большинство сегодня наше не сработало, а вот меньшинство, наоборот, проявило себя хорошо. Было не просто взламывать защиту соперника, и, наверное, минут 40 мы действовали, в принципе, этими минутами я доволен. Качеством игры много контролировали шайбу, играли в короткий пас, атаковали от синей линии, но одной из проблем сегодня для нас стал голкипер соперника, который отлично сыграл и не позволил нам забить больше голов. Я думаю, что если бы мы забили на пару голов больше, то я бы еще больше был удовлетворен о нашей сегодняшней игрой, а так, в принципе... I need to say that opponent, they took all speed away from the game today. So they played so slowly, and this is only thing what I'm thinking that next time we need to do better, that we need to keep our own pace, the speed of the game. So today we went too much for the opponent's speed. Сегодня мы ключевой момент подстроились под скорость соперника, они сумели нас заставить играть в их невысоком темпе, и нам в следующий раз необходимо наш как раз-таки игровой скоростной темп самим навязывать сопернику, чтобы под него не подстраиваться. Давай, можно Денис. Второй вопрос? Да, спасибо, Азамат. На старте сезона не впечатляет Михаил Воробьев, на которого делали одну из основных ставок. Он перед этим матчем был худшим нападающим по показателю полезности, да и в атаке не блещет. На ваш взгляд, почему не получается игра у Воробьева? I don't know if there's any problem. That's he's playing and he's learning what does it mean to play in KHL. That's normal. He's a young guy, 97 year born, and I don't know who expected that he's a guy who scores every night. I don't know about that. I think he played a good game today. He had a good energy. He played with the puck. He used his strengths. Today, good, really good game for him. Я думаю, сегодня он провел как до этого неплохую игру. И не знаю, кто ждет нападающего, который будет играть каждый матч. Молодой игрок, который должен немножко привыкнуть к уровню КХЛ. А так я совершенно не волнуюсь по поводу его результативности. Все будет в будущем хорошо. Здравствуйте. Азамат Шулуков, Медиа Корсеть. Первый вопрос. В некоторых сменах в большинстве снова было 5 нападающих. Почему отказались от варианта с Шакиром Мухаммадуллиным? I felt that today our power play there wasn't enough, the passing tempo and the speedness, it wasn't good enough. That's why I wanted to try go back with the 5 forwards. And sometimes you need to try to find something new during the game, and I could give some kind of wake-up call for the guys. So it was my decision today, and it doesn't help, but that's the reason, nothing else. Ничего особенного нет в этом моменте. Мы пытались просто лишь добавить скорости, и по ощущениям казалось, что все-таки будет лучше попробовать такой вариант. Мы стараемся во время игры, если что-то не получается, искать какие-то альтернативные варианты развития игры в большинстве. Но сегодня, к сожалению, не получилось. А так, в принципе, это такой рабочий момент. Второй вопрос. Салават сегодня много промахивался. Было 44 броска мимо ворот. Были достаточно медленными в начале встречи, как вы отметили. Это можно связать с недостаточной эмоциональной подготовкой после зеленого дерби? Будет еще один вопрос. And I don't know. It's after derby. It's of course it was a game with a lot of emotions and only one day. And then you play against team. There is not even one win. So of course it's hard. And like I said before, opponent tried. They tried to do tempo away, and it was really hard to game play. And that's the one thing. But anyway, how we score, how many chances we created today, more than before during this season, and 2 points with us. So what can I say? I'm really satisfied. За 2 очками сегодня, конечно же, удовлетворен. Мы сегодня создавали очень-очень много моментов. Другое дело, что мы, к сожалению, не могли забить по той причине, что соперник сегодня не то чтобы не вышел выигрывать, но очень мешал атаковать в нашем темпе, сбивал скорость как только мог. И что касается эмоциональной составляющей, туда в том числе у нас был один день отдыха, где-то это, конечно же, могло повлиять, потому что дерби – это очень большая важная игра.
Снова о вбрасываниях. В Казани было порядка 40%, на сервис тоже едва 41% выиграли. В чем проблема с этим компонентом? Спасибо, это последний. Что касается вбрасывания, нужно нам побольше практиковаться над этим компонентом. Лучше. It's not only center matchup, it's all those guys, whole unit and all those guys who are close to circle. It's a cooperation. Only one word, we need to practice. Это не только работа центральных нападающих, это работа всего звена, всех тех, кто находится в точке вбрасывания, они должны помогать и вбрасывание выигрывать. Спасибо, поблагодарим Томми Лямса за участие в пресс-конференции. До свидания. Спасибо. И ждем исполняющего обязанности главного тренера команды Кунлун Ред Стар Игоря Уланова. Итак, с нами исполняющий обязанности главного тренера команды Кунлун Ред Стар Игорь Уланов. Игорь Сергеевич, здравствуйте, добро пожаловать. Поздравляю вас с первым набранным очком. Ну и, пожалуйста, ваш короткий комментарий по игре. Спасибо, спасибо за поздравления. Да, ребята заслужили. Заслужили, может быть, даже больше, чем очко. Вот, ребята выложились все, видно было то, что они выкладывались в каждой смене. Вот, вышли немножко с небольшой робостью первый период, но во второй половине первого периода немножко разыгрались, начали на ворота лезть, начали где-то угрожать. Вот, но понятно то, что Салават Юлаев довольно-таки элитная команда и доминировали в большей части в игре. Но тем не менее наши ребята показали характер. Вот, выигрывая 1-0, 1-1 и 1-2-2-2. То есть игра была довольно-таки интересная. Интересно, я думаю, то, что болельщикам понравилось. Вот. И, конечно, надо поблагодарить нашего вратаря Дмитрия Шикина. 54 броска в створ ворот. Не без помощи, конечно, наших защитников. Вот. Тем не менее, он заслужил похвалы. То есть он вытащил, он завоевал это очко вместе с ребятами. Вот. Ну и, конечно, болельщикам хочется поздравить. Вот. И всем здоровья. Спасибо. Есть ли какие-то вопросы, коллеги? Да, здравствуйте. Азамат Шулуков, Медиакорсеть. Первый вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с составом на матч. У вас было 4 защитника и 15 форвардов. Это первый. Это первый или второй? А второй будет? Будет. Ну, первое, это все ребята, которые были готовы выступить в игры, неважно в каком качестве, в нападении или в защите. То есть у нас пару нападающих выходили как защитники. Вот, ну, ситуация нас заставила одеть всех, кто смог одеть форму и помочь команде. В прошлом Сэм Ловквист очень результативно и ярко играл против Салавата. Вы обсуждали с ним, может быть, какие-то ключи противодействия этой команде? Спасибо. Ну, не знаю, как он играл против Салавата в прошлом, но в данный момент он нам, конечно, помогает и в нападении, и в большинстве. Вот. И всего лишь вторая игра, это рано еще что-либо говорить о чем-либо. Вот, а противоядие, я не знаю, как противоядие. Мне кажется, ребята сами знают, против какой команды у них лучше получается, против которой хуже. Так что они уже профессионалы в этом деле. И они, думаю, знают лучше. Спасибо. Еще вопросы? Если вопросов нет, поблагодарим Игоря Сергеевича. Спасибо большое. Всего хорошего. Итак, Маркус Гранлунд с нами. Давайте, коллеги, ваши вопросы. Добрый вечер. Первый вопрос. Только что на пресс-конференции Томми Ламса сказал, что Куньлунь заставлял Салават снижать темп. Игра была медленной. Раскройте эту тему поподробнее. В чем именно для нападающих состоял дискомфорт? В чем были сложности? Yeah, I think they played simple hockey, and they didn't do anything too much, and obviously we had our chances to win it by for the overtime, but we couldn't score. But yeah, I think they played pretty good.
Да, они играли весьма неплохо, но они играли в достаточно такой простой хоккей. Мы пытались создавать шансы, пытались создавать свои моменты, пытались выиграть до овертайма, но так получилось, что выиграли Павлик. У вас были проблемы с эмоциональной подготовкой после энергозатратного матча с Акбарсом? Там дерби, а сейчас вы приезжаете к команде, которая до сих пор очки не набрала. No, there is no lack of anything. Like it's still the hockey game, and we need to win every game when we step on the ice. And like we did today, won the game and got two points. Да нет, такой проблемы не было. Это очередная игра, мы выходим на лед, чтобы выигрывать, и сегодня мы все для этого сделали. Сегодня снова было 5 нападающих в большинстве. Вы можете сказать, вам как легче и удобнее играть, когда 1-4 или все-таки все 5 форвардов? И согласны ли вы с тем, что в последнее время у Салавата большинство не очень работает? Спасибо. Yeah, it doesn't matter. Like we have all the players can play power play, so it doesn't matter if we have a 5 forwards or 4 forwards, it doesn't matter. Ну, для нас, честно, никакой разницы нет, если мы играем в 4-1 или 5 форвардов, поэтому не сильно это влияет. Азамат, повтори, пожалуйста, вторую часть вопроса. Второй вопрос. Согласны ли с тем, что в последнее время есть некоторые проблемы с большинством? Слышно, что ли? Нет, я, честно, немножко забыл. Yeah, obviously, when you get chance to play in power play, you need to score. Like that's how you win games. We couldn't score in power play today, but and we can learn from today's game, and hopefully we can score next game. Мы можем сделать выводы сегодняшней игры, да, очень сложно когда ты получаешь большинство, ты должен его забивать, поэтому сложно. Легко выиграть игру, когда ты не используешь ее большинство, поэтому мы выводы сделаем и постараемся улучшить этот компонент. Все, вопросы закончились. Спасибо, коллеги. Благодарим Маркуса Гранца. Спасибо. Итак, Спенсер Фу с нами. Hi, Fuzzy, welcome back. See ya. Так, друзья мои, давайте вопросы к Спенсеру Фу, пожалуйста. Денис Сухачев, Sport Media News. Спенсер, добро пожаловать в клуб. Как вообще оцените игру команды в своей первой игре? И второй вопрос, 1+1 в первой игре, что для вас значит? Можете сказать то, что вы с корабля на бал так влились в коллектив? So, Spencer, welcome back to the club. So, what can you say about your game personally and your team's game in your first game? The new season. Yeah, it's fun to be back out there. It was a real treat getting to play with my brother. I think we played pretty well, but the team played well as a group. I think Shiki played unbelievable. You know, he kept us in it on the penalty kill and whatnot, and it's good to get a point. Ну, было очень приятно, конечно же, вернуться, приятно сыграть. Особенно приятно то, что мы играли вместе с братом в одной тройке. Это для нас радостное событие. Ну, в целом, я считаю, что и я, и наша тройка, и вообще вся команда сыграла неплохо. Ну, Шикин, конечно, просто был бесподобен и держал нас в игре очень время. А, еще, да, и тогда вторую часть, да, вопроса. So, second question was just 1+1 in your first game. So, are you satisfied, and what should we expect in the future from you? Yeah, it feels good, obviously, to get a couple out there. Had a long summer with the COVID going on, so you know we tried to put in the work as much as we could, and it's nice to see it pay off a little bit out there. Ну да, конечно, это здорово, я очень доволен. Ну и вообще, это показывает, что мы не зря провели лето, оно было очень тяжелым с этим ковидом. Пришлось бережно относиться к себе, и, естественно, надо было каким-то образом поддерживать форму. Мы старались, искали все возможности для этого. Ну и вот, выходит, что не зря. Есть ли еще вопросы? Да,
Спенсер, вот вы играли в китайской атмосфере, можно сказать, как оцените мутишинскую? So, Spencer, you played in China last season, of course. Now you play in Mytishchi, in Moscow region. What can you say about the atmosphere, the ambience of this game? Yeah, it was awesome. It was great to see a lot of fans out there. I know there's a limited capacity with everything going on, but yeah, it was great. The fans were loud, and it was a fun atmosphere to play in. Ну, вообще здорово, было приятно видеть болельщиков на трибунах. Я, конечно, понимаю, что сейчас ограничения действуют в этой стране, и трибуны не могут полностью заполняться, но было достаточно шумно, было приятно, так что я доволен. Я все. Окей, thank you very much. Все, отпускаем Спенсера Филда. Bye-bye, Фузи. Thank you. На этом наша пресс-конференция завершена. Спасибо, коллеги. Приходите к нам еще.